Всем Привет привет, всем. ребята! Стёпочка тут со мной. В общем, елка наша красивая, смотрите, она последний раз у нас в этом году посветилась. И мы ее убирать будем. Все, Стёпка готов, сказал: мам, давай убирать. Так что мы пришли. Сейчас мы уберемся. Порядочек наведем, все поснимаем. И пантерка с нами вон. Пантер, коробочку другую новенькую взяла. Так что все складываем. Нет, игрушечки Степа отдельно сразу. Подожди, сначала дочек снимем, а потом все игрушечки отдельно все будем складывать. Все, ребят, работа у нас начинается. Убираем все с елочки. Че, этот гирлянду сними? А, гирлянда у нас в последнюю очередь. Это тут штучку. Вот эту потяни. Да. А нет, нет, ты ее так. Все, отходи в сторону и тяни. Ну, туда слазь и тяни. Это дождик. И все, тяни, он сейчас весь сойдет. Тяни. Та, которую ты на голову, я вон всю мишуру поснимала. Вот. Только одна игрушка, кстати, упала сегодня. Ну ты молодец, ты же Кеша. Все, давай мне эту штучку. Сейчас я пакеты еще принесу, чтобы пакеты все подскладывать. Давай так. Ты смотри, не упади. Так, я купил мишуру на один пакет. А это дождик. Нет, давай туда мне его. О, какая она незарядная. Теперь мать дождик. Вообще, прикинь, такие у кого-то волосы длинные. Обалдеть. Все прикольно. Смотри, я вот так вот запущу. Да? Я его там вниз покладу. Ссылочка, игрушка вот сюда в пакет. Все складываем. Да. Отсюда. Вот эта тоже штучка вот такая. Выбежим. Я тут снизу. Это у нас, кажется, этот ящик поменьше. Главное, нам надо все аккуратненько в него уложить. Да? Звездочку. А там я кушать еще поставила готовить. Опачки. Я полезла наверх. Минус один. А это кто сюда на этот нацепил этот? Я? Ой! Я, короче, оторвала. Что? Звездочку. А, это у нее специальная штучка такая. Не-не-не-не. Сердечко приятно. Вот она, видишь, я думала, что я ее... Смотри. Я думала, я ее сорвала. А эта штучка, вот видишь. Что, курица, да? Кто так вешает их, а? Я не знаю, кто так вешает. Вот, подожди. Смотри, она на скрепке висит. Вот. С этой стороны взял. И зацепил. Как же я долго буду заряжать. А, заряжай тут быстро, что тут ее хоп-хоп и все. Самая тяжелая будет. О, как сыпаться начала. Кто? Елка. Ага. Все, я гирлянду выключаю. Давай. Ой, а какие колючие иголки. А сейчас она у нас это в печке сгорит. Сейчас папа ее разрубит. И все, и у нас она горит в печечке. Ё-моё, ну надоела эта штука. О, этот шар какой большой. Какой? А, вот это... Я ничего не попали, а то в тот раз конфетки, да, в том году были. Знаешь, с прошлого года. Ну, лежали в шаре. Ай, колючая. Кстати, вот штучки тоже. Все, вот смотри, с этого края их сколько много. Так я еще с этого снимаю. С этого иду. Да, их тут много. Ну. Приятно. Вы-то наряжали сами. Я-то не наряжала. Как наряжала? А
понемногу помог, да? Вот еще тут под елкой. Ой, а что тут машина целая тьмущая? Мое. Ну, машина. Это что угодно еще. Все убираем. Там тут мороза ящик. Все. Осталось немного. Только погоди. Вот одна стеклянная у нас игрушка есть. Это еще игрушка древняя. Еще с Тавова, когда мы в деревне жили, в Тавово, я ее с собой забрала, и все поразбивались, а это вот одна осталась еще стеклянная, ребят, смотрите. Древняя. Старинная игрушечка, смотрите, стеклянная. Вот такая. Тук-тук. Это еще с Тавова у нас. У меня одна живая осталась. Все, последних 4 осталось. А гирлянду кто? Я буду снимать? А кто еще? Папа, блин, он надевал уже гирлянду. Пускай идет снимает. Как она закручена, эта гирлянда? Вот с какой стороны ее к ней подходить? Погоди, сейчас. Что ты хочешь? Я возьмусь. Кого? Последняя игрушка в этом году осталась. Ой, как она тут запутанная-то. Ты можешь там? Ты сидишь? На. А то мне на цыпочки вставать неудобно. Аккуратно. Нет, это там одета закрученная и одета еще одна игрушка вот эта. Сначала игрушку сними, сына. Я не могу снять, она прокручена. Ниточку оторви. Снял? Игрушка. Все. Пипку сорвал? Там зачем она? Пипка оторвалась? Не знаю. Ну ладно. Последняя игрушка у нашей елки. Вот эту вот гирлянду я вообще не люблю вот это. Вот, ребят, последняя луна у нас была. Последняя игрушка. Да ё-моё. А, нет, не последняя. Что, еще не снял что-то? Вот еще сердечко у нас посередине плюшевое было. Но это наша уже. Это наша. Ай, какая колючая. Нет, мягкая. Какая мягкая? Ёлка. Ты гирлянду мне помогаешь снимать? Пантер, ты тоже что ли хочешь попробовать? Снимай, снимай. Пантер, с того края. Упачки. Как-то по-интересному, папа закручивал эту гирлянду, я вообще не так ее одеваю. Сейчас же по-разному. Ого, ты посмотри, как она тут закручена. Я же тебе про это и говорю, вон она, снизу там где-то. Ай! Гранит. Все, поняла. Подожди, сейчас я вот эту вот буду. Ай-яй-яй-яй-яй, колючая какая! Ну давай, а! Вот, всей душой не хочу тут исполняться. Отцепила, я отцепила, сына. Вот запахло вкусняшкой, чувствуешь, да? Нет. Не пахнет? Не чувствуешь, что там готовится что-то? Mm-hmm. Вот этот край, отцепи вот этот. Туда, ты подойди туда. Ага. Так. Самое главное. Какие у нас ящики сегодня влезут? А нет, я смешиваю тут. А вот эти тут, сына, тоже вот. Мишура еще там висит. Девочка пушистая. А что тут запутано? Не пойму я. Thank you.
Машинки все свои убирай. Смотри. Уже с нового года там было. 31-го еще там. Так, эту штучку сразу скину. Игрушки у меня разлетелись. Собирай. Нет. Сейчас. Ай, палец. Слушай, сейчас я пол помою и все. Посмотри, везде не... Вон мишура лежит. Я что сказала? Сыночка, я посмотри. Я еще не успел, я только пульник размотал. Тут мишура у нас нигде не лежала. Нигде не осталось. Все. Атмосфера. Ой, игрушка мягкая. Находится. Замок любит сделал. Вот еще одна! Так, я же тебе говорю, смотри. То, что сейчас я буду ящик упаковывать и убирать. Все, елочка у нас пустая. Коробочка маловатая. Скотчем сына так вот заклеим и всю ее отправим, папа пускай вынесет. Так что все, коробочка готова, игрушки убираем на год. Елка наша вот такая. Сейчас она свалится, папа ее еще так распилит на кусочки и елочку мы уберем. И все, я в порядке наведу, сейчас все помою. Так, а на ужин у меня вот такой вот картошечка. Сверху шапочка сырная и рыбка. Все зажарилось. Пускай стоит, я пока кушать не хочу. Пойду все помою и уберу. Вот так вот елочка у нас разбирается полностью. И в печку сейчас уйдет на дровишки. Вот она. И нету елочки. Порадовала нас красотой своей. Зеленая, ну? Ну, я вообще прям зелененькая такая вся. Красивенькая. И веточки, смотрите, какие еще зеленые. Зеленые. Сейчас зато сгорит быстренько. Пух. Все. Всем смотри. Нету елки. Ребят, навела порядки. Переставила чуть-чуть. Елочки у нас нету. Но у нас тут сверху вон висит одна гирлянда. Она у нас там всегда висит. Мне нравится так. Пантерка вон лежит, глазки светятся. Да, пантерка? Так что все, порядки навела. И пошла я отдыхать. Нет, здесь вот, смотрите, нашла такую упаковочную... Упаковку, или как она называется? Обертка. И упаковала подарок сестренке. Так что сейчас все сделала. Завтра посмотрите, что я ей подарю. Завтра у сестреночки мой день рождения, и мы поедем ее поздравлять. Я подарок ей приготовила. Сюрприз хороший. Надеюсь, ей понравится. Блинцы надо убрать. И все, я отдыхать. Всем пока. До завтра.